В городе Куровское прошел двухдневный профсоюзный молодежный форум-семинар. В подобном формате делегация городского округа Ликино-Дулево впервые встретила гостей из Орехово-Зуево, Шатуры и Павловского Посада. Об инклюзивном образовании паралимпиец Алексей Абуденов знает достаточно, хотя в его годы подобное не практиковалось в школах. В своем выступлении он призвал педагогов и воспитателей больше внимания уделять детям с ограниченными возможностями здоровья. Да, будут тяжело, там проблемы там, с инфраструктурой, там, с доступом этих людей в школу. Но опять же, этими проблемами надо заниматься, и решениями этих вопросов придется заниматься даже, ну, как бы вам, потому что вы молодое поколение, и молодое поколение, по сути, по своей, оно не должно бояться браться за какие-то новые инициативы. Участники форума – педагоги и воспитатели, а самое главное – они члены профсоюза, которые приехали из 36 образовательных учреждений городского округа Ликино-Дулево, Орехово-Зуево, Павловского Посада и Шатуры. Неоднократно мы проводили такие форумы, но они были однодневные. И даже не однодневные, а 2-3 часа. Ведь Орехово-Зуевский район, теперь уже городской округ Ликино-Дулево, большая территория. От Запутного, Соблева, Ильинка, Щетиновская школа. И когда ребята приезжали на такие семинары, форумы, чаще всего, конечно, посматривали на свои часы. У кого автобусы? И давно была такая мечта, которую сегодня вот мы воплощаем в жизнь. В течение двух дней для участников были подготовлены круглые столы и мастер-классы. А в свободное от учебы время проводились всевозможные конкурсы, тренинги и флешмоб. Как показала данная встреча, первый форум профдвижения, проведенный в таком формате, оказался успешным. А значит, педагоги и воспитатели из разных округов будут чаще встречаться и делиться опытом.